вас нет отчетов. Троица это тревожит. У нас были проблемы с местными. Возникли перебои со связью, но теперь все в порядке. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. Не выйдет. Вы послали меня сюда. Я был избран для этого. Я не подведу. Уж постарайтесь. Эй! Лара, ты как? Слава богу. Анна? Что? Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Я не помню. Что происходит, Лара? Мне страшно. Прости меня. Я не думала, что они возьмутся за тебя. Это все я виновата. Кто? Кто это они? Что им нужно? То же, что искал мой отец. Ох, нет, Лара, я же предупреждала. Просто отдай им, что им там надо. Все не так просто. Спокойно, я нас освобожу. Как-нибудь... Не тронь ее! Пожалуйста, не надо. Говори! Ублюдок! Сволочь! Где святой источник? Прошу, прекрати, я ничего не знаю! Довольно. Она не знает. Что? Ты... Нет. Ты с ними заодно? Не может быть. Ты... Ах ты, сука! Ты же не могла сдаться, не так ли? Я знала, что ты найдешь дорогу сюда. А чего ты ожидала? Все может быть и по-другому. Мы хотим одного и того же. Нам нужны такие, как ты. Тебе нужна цель в жизни? Мы ее дадим. Да ты издеваешься! Я видела, на что способна троица! То есть нет? То есть иди нахрен! Скажи, Анна, тебя троица завербовала до того, как ты охмурила отца, или после? Я любила Ричарда. Но он был ослеплен своим идеализмом, и это погубило его. Зачем тебе артефакт? Предъявить его миру? Восстановить доброе имя отца? Ты все еще так наивна. Напуганная девочка, которая хочет быть похожа на папу. Довольно! Нет. Погоди. Мы с тобой все еще можем вместе творить историю. Подумай над этим, Лара.
конец! Сволочь! Быть может, ему другого не дано? Я думала, я тут одна. Я тоже, и тем не менее. И как же звать мою новую знакомую? Никак, я тут ненадолго. Константин очень нетерпелив. Я тоже. Я вижу. Ловко. Сможешь нас вытащить? Никаких нас. Я даже не знаю, кто ты и почему тут сидишь. Извини. Но сейчас я не склонна кому-то доверять. Без меня тебе далеко не уйти. Это мы еще посмотрим. Что тебе о них известно? Это древняя тайная секта. Они возомнили себя избранниками божьими. Судя по тому, что я видела, они далеко не праведники. Отсюда тянет свежим воздухом. Может, удастся выбраться? И что ты думаешь с этим делать? Расскажу, когда придумаю. Они наверняка слышали. Тем более нужно бежать. Есть там выход? Нет, но есть кое-что, возможно, полезное. Тише, а то охрана прибежит. Сработало. Сможешь выбраться? Погоди. Выпусти меня. Я помогу. Я тебе не доверяю. Мы точно не враги. Я это чувствую. Ты, судя по всему, тоже. Мне проще в одиночку. Я местный. Я все тут знаю. А я быстро учусь. Не сомневаюсь. Но я могу предложить тебе нечто более ценное. Я знаю, что ты ищешь. Спасибо. Меня зовут Яков. Лара. Держи. Это если разделимся. Нужно идти. Охрана может появиться в любую секунду. Знаешь, как отсюда выбраться? Да. Я это место давно изучаю. Сколько ты пробыл в той камере? Достаточно, чтобы понять, что Константин ни перед чем не остановится. Святой источник? Здесь? Доверие, Лара, штука обоюдная.
Что это? Урок истории. Это место многое пережило. Здесь был трудовой лагерь. Красные посылали заключенных в шахты. Но этого было мало. Они брали наших людей, отнимали детей у матерей и угоняли в рабство. Вот это древность. Что же они нашли? Спроси у них. Надо идти. Здесь небезопасно. Самый надежный путь для побега через старое депо. А дальше? Моя деревня в долине по ту сторону горы. Там нас не найдут. Командный пункт 2. Последний вертолет ушел. Вас понял. Это последний груз. Сообщили о проблемах в рубке связи. Опять дикари, что ли? Нет, нет, женщина. Одиночка. Вооружена. Она уже натворила дел на периметре. Она кого-нибудь привела? Своим и ликвидируем. Вперед. Держу позицию. Нашего убили. Разделились. Пошли. Нет. Она бежит!
Анна, мне нужно туда. Яков, что он делает? Он здесь. Я чувствую. Черт! Осторожнее, Лара. А Крофт? Пусть пока живет. Скорей бы убраться из этого ледяного ада. Тогда у меня хорошие новости. Пришли разведданные. У дикарей есть деревня. На той стороне горы. Скоро настанет твой день. Наш день. Если ты не будешь больше отвлекаться. Ты о чем? Ты пожалела ее. Эту Крофт. Она ведь до сих пор жива. Но нам нельзя жить в прошлом, понимаешь? Сомневаешься во мне? Ты знаешь, что я сделала для Троицы? Чем я пожертвовала? Что мне пришло? Все нормально. Жизнь крепко побила нас обоих. Но я поклялся всегда тебя защищать. Ну и кто из нас расчувствовался? Обещаю тебе. В конце нам воздастся и Святой Источник... даст тебе жизнь. Что еще важнее? Жизнь в чистом, безгрешном мире. Отправь людей в эту деревню. Узнай, что им известно. Это слишком опасно. Вот только не начинай. Все это будет неважно, когда мы достигнем цели. Константин, вас ждут в тюремном блоке. Это наше общее дело, сестра. Помни об этом. Всегда. Что ты делаешь? И свершится суд над людьми, и обратятся неверные в прах, и развеется прах тот по ветру, и восстанут те, чья вера была чиста, и обретут жизнь вечную. Беги, я тебя найду! Мы должны их найти! Ищите! Точно где-то здесь. В тюремном блоке никого. Всем внимание, она не могла уйти. Ладно. Ладно, теперь бы найти выход. Мы должны их найти! Ищите! На севере лагеря есть депо. Я буду ждать тебя там. Уже бегу. Черт, надо смотреть. Пока не видно. Направляемся к диспетчерству.
Вот. Прикрой меня!
Прикрой меня! Вижу врага. Она одна. Вперед! И не тормозить! Погоди. Я гляну. Что здесь случилось? Яков? Депо уже близко. Ты там? Что ж ты так долго? Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем! Выберемся здесь! Yeah.
Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело. Нет. Прости, я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его? Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять. Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Ловушки. Одного мы уже потеряли. Начинаем разведку. Не стреляй. Я с Яковом. Он велел дождаться тебя, но эти сволочи нашли нас раньше.
дайте цели уйти. Нужно узнать, почему она следила за группой Браво. На Браво больше никто не нападал. Но найдите местную. Нужно допросить ее. Выхожу, противник! Я прикрою! Он мертв! Мочи ее! Есть кто? Выходи, тут безопасно. Должно быть, все еще прячется. Кровь. Кто-то ранен? Стой! Не подходи! Я не из троицы. Меня зовут Лара, и у тебя пистолет не заряжен. Барабан пустой, я отсюда вижу. Ага, а еще и ударник сломан. Ты ранена. Нужно посидеть, отдышаться. Лара, значит, да? Меня Надя зовут, и мне нужна твоя помощь. Что я могу сделать? Мой дедушка ночью сбежал из деревни. Думаю, он направился в долину греха, к самой Бабе-Яге. Я пыталась догнать его, но на меня напали захватчики. Еще до моего рождения ведьма убила мою бабушку. Дедушка часто говорил о мести, но я не думала, что он действительно решится. Время поджимает, а мне сейчас особо не побегать. Нам нужно найти его. Прости, я пока не могу помочь, но уверена, с ним будет все в порядке. Нет, я понимаю. Я отправлюсь за ним, как только перебинтую рану. Цела? Да. Я стою у старой советской плавилки. Я пробираюсь ко входу в шахту наверху. Можешь встретить меня там? Хорошо. Для зверей. Нет ли у нас карты этого объекта? Нет. Даже если бы и была, при восстании вот столько всего разрушено. Подъем наверх будет весьма опасно. Много повреждений. Ага. Первый контакт произошел в шахте.
И они бросили все силы на добычу. Вот только через неделю начался мятеж. Что, рабочих все достало? Гадалки не ходи. Ты же ее видел. Найдем подписи и пошли к остальным. Ладно, начинаем из... У нас потеря! Хожу в укрытие! Я под обстрелом! Дай мне прикрыть! Прикрой меня! Несем потери! Мочи ее! Не дай ей головы поднять! Yeah!
Ты там? Я не могу головы поднять. Лара, уходи оттуда! Яков! Черт! Они приложили массу усилий, чтобы запечатать вход. Они уже проникли внутрь. Поживем, увидим. Как-то чересчур просто. Взгляну-ка на рабочий журнал. Там вроде упоминался сейф. Сейчас. Я вижу. Убить. Так точно. Рассредоточиться. Она окружена. Мы больно часто друг друга спасаем. Спасибо. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Но внутри их будет много. Ты не обязана идти. Так просто я не отстану. Мне все еще нужны ответы.
Тогда не будем терять время. По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь, и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно. Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Это все усложняет. В чем дело? Отстаем от графика. Провода окислили, но у меня есть идея. Почти готова. Из-за них тут все рухнет. Многие старые проходы были обрушены в ходе советских раскопок. Их механизмы не годились для тонкой работы. Придется прокладывать. Поспеши! Яков! Найди Софью! Скажись, что здесь строится! Плохо дело.